Всем привет! Сегодня мы в Нерле, и интересный тут объект нашел, тоже заброшенный. Бетонная площадка, вот я сейчас по ней иду. Сзади меня, видите, здание, там 1964 года выпуска. Еще тут деревянные постройки есть. В общем, сейчас пройдемся, посмотрим. Вот тут лопасти от чего-то валяются, от двигателя от какого-то. Да. Ну, начнем вот с этого сарайчика. К нему, правда, особо-то не подойти. Хотя вот тропинка натоптана. Заколочена. Железкой закручена. Вот это вроде открыт. Посмотрим. Крыша рушится. Тут вот паутинка. Ёк-макарёк. Чуть в нее лицом не воткнулся. О! Так я же сюда даже войти не могу. Только через дверку с вытянутой рукой могу показать. Что тут да как? Какие-то запчасти, вижу, от машин лежат. Ага. Так. Такая порушена все вообще. Вот это интересно. Это, походу, церковь была. А ее вот во что-то переделали. Но до нее чуть позже. Стеллажи тут были сделаны. Это были гаражи. Шлем тут пробовали на крепкость. В итоге, короче, шлем не выдержал, лопнул. Что мы тут еще дальше видим? Какие-то запчасти лежат, прокладка двигателя, ГБЦ, стекла форточек. Так, что здесь такого еще? О, от УАЗика колесо 215. Голубь тут вылетел. Прокладки головки блока цилиндров. Клапанные крышки, скорее всего, перепутал чутка. Ага. Ну вот такие две ямы, двое ворот. Ну все. Трубка вон от телефона валяется. Ну и все. Наушник вот тут один. Ну, остальное тут такой хлам. О, фотография тут. Кто-то изображен. Может, что, кто кого узнает. Фотографии-то очень старые. Да. Это еще одна фотография. Сейчас ее глянем. Мать с ребенком. Угу. Катушечки тут на окне стоят для шитья. Ну, как бы все, да? Смотрите, какая ситуация. Здесь рядом дорога проходит. Я особо светиться, честно говоря, не хочу. Совсем это не нужно. Потому что люди ездят на велосипедах. Еще подумают, что я тут хожу, обворовываю. Это в мыслях даже не было. Сейчас мы с вами попробуем добежать вот до этой вот
стены. Ну и посмотрим, что здесь. О! Машина проехала. Ага. Водочку тут кто-то что-то пил. О, слушай, старый альбом. Поход с фотографиями. Точняк. Угу. С фотографиями. Походу кто-то дом обнес. И вот вытащил фотографии. Вот фронтовики. Жалко, что это осталось на улице. Кто-то умер. Вот так вот. Здесь у нас замок. И сено там. Видите, навалено. Но мы сейчас попробуем туда пройти. Сейчас обойдем это. И попробуем пройти. На окнах, видите, решетки. Такие резные, железные. Где-то они, конечно, выломаны. Где-то не выломаны. Вот. Пультовая охрана. Все дела. Блин, я вам скажу, что это храм был, но здесь... Судя вот поэтому. Комбикорм делали. Да? Станок здесь какой-то стоял. Что-то вот жгли тут. Всегда никогда не понимал людей, которые что-то жгут. О, там сено лежит. Туда можно, конечно, попасть. Вот через это. Я вообще думаю, стоит ли, не стоит ли. Но то, что это храм был, это 100%. Потому что такие своды... Только в церквях. О. Здесь вот шкафчик какой-то был. Что-то здесь стояло. О. Вот так вот. Сейчас мы его попробуем по кругу обойти. Видите? Это все... Бетоном тут выложено, плитами. Вот тут еще одна дверь есть. Так что, может быть, и не придется нам никуда лезть, ломать себе голову и так далее. Понятненько. Это, я так понимаю, кузница была, да?
Кузница была. Ветер воет. Металл-то какой. Скоро весь прогниет, не останется от него ничего. А тут, походу, горн стоял, ну, который поддувал там. Угу. Блин, и что-то я сейчас припоминаю. А не ходил ли я сюда когда-то по молодости? Вон какие куски металла валяются. Да. Закрыто. Тут, наверное, тоже закрыто. Закрыто. Теоретически можно было влезть вот в это окно. Ух, какой борщевик тут начал расти. Чем мы тут видим? Вот тут дверь есть. Там вот тоже дверь. Ну давайте попробуем попасть туда. Маслом пахнет здесь. О, это вот мы как раз в том большом помещении. Это вот кузница, замок висит. Освещение немножко добавлю ко всему к этому. Вот лаз на второй этаж есть под крышу. Но он на самом деле может рухнуть в любой момент. Вот тут ремни какие-то от комбайнов лежат. Угу. Причем тут швеллер так проходит. О, елки-палки. Представляете? Я сразу такой думаю, блин, ну швеллер, он же неспроста здесь как бы стоит. А оказывается, вот 1987 год, и здесь стоит Тельфер. И удивительно, что его еще не срезали. Ну, что-то остается еще живое. О, голубь вылетел. Здесь вода собирается. Здесь это тоже какой-то стоял компрессор, не компрессор. Уголки тут вот тоже, видимо, вентиляция какая-то была. Вот. А, это по факту мы же вот отсюда на это все смотрели. Угу. Так что вот так вот.
Вот, конечно, очень хочется туда залезть, но с моими 110 килограммами это на самом деле будет очень и очень опасно. Потому что, смотрите, тут прогнил. А если я где-то, допустим, грохнусь, ну, не дай бог, еще и грохнусь на бетон, все, считай, что жил, то даром. Это, видите, арочка. Вот, походу, вот это здание, в котором мы ходим, оно просто пристроено. Его не было. Потому что, почему я так решил? Я так думаю. Вот кирпичная стена из красного кирпича. Это старая постройка. А белый, это уже новый. Новый кирпич, новая постройка. О как. Ну все. Тут теоретически смотреть-то не на что. Так что разворачиваемся и уходим. Жалко, что непонятно, кто ответственный за технику безопасности. КПРФ. Ну-ну. Вот такой вот интересный переделанный храм. Сейчас еще вот сюда вот заглянем. Тоже какая-то маленькая построечка. Фу. Узнаете, что это такое? Диск сцепления. А это вот сальничек. Замочек тут выломан. Оп. Что мы здесь видим? Диван старый. Здесь вот походу выключатели были с предохранителями. Тоже какие-то сальники. Еще что-то. Это вот, по-моему, с УАЗика сиденье. Весло от лодки. И выход. В никуда. Интересные, интересные вещички попадаются. О, сварная роба. Штаны, что ли, или куртка? Штаны. Куртки нету. Вот еще один диск сцепления валяется. Ну все. Вот мы с вами, в принципе, и прошли всю эту заброшечку. Вот. Всем пока. До новых встреч.